Migrantus tahririyatiga internetda sarguzasht izlab, muhabbatdan kuygan muhojirlar tez-tez murojaat qilib turadi. Deyarli barcha jabrlanuvchilarni bir narsa birlashtiradi. Ularning bari o'z muhabbatlarini internetda topgan. Ammo bunday qidiruvlar ko'pincha firibgarlarga aldanish, bosim va popsa qurboniga aylanish yoki kaltaklanish bilan yakunlanadi. Masalan, Kalugadagi voqeada bir qiz muhojirlar bilan internet orqali tanishib, uni uchrashuvga taklif qiladi. Biroq, yigitni Natashaning o'rniga noma'lum kimsalar kutib oladi. Pulini olib, kaltaklab jo'natib yuboradi. Bu holat jabrlanuvchilardan biri to politsiyaga murojaat qilguncha davom etgan. Yoki boshqa holat. Muhojirlar internetda qizlar bilan tanishgach, restoranda uchrashuvga borishadi. Restoranni qiz tanlaydi. Uchrashuv vaqtida atiga bir piyola choy yoki sharbat ichilsa-da, muhojir yigitlar sharbat uchun kamida 30 ming rubl yoki undan ham ko'proq to'lashga majburlanadi. Qiz pulning yarmini keyin o'tkazib beraman deydi. Lekin qiz restorandan keyin g'oyib bo'ladi. Bu sxema juda keng tarqalgan, firibgar qizlar kafe egalari bilan hamkorlikda shu tariqa yigitlarni aldab, pullarni olishadi. Navbatdagi real voqeaning audiosini tahririyatimizga o'quvchilarimiz yuborishdi va qolgan migrantlarni bundan ogoh qilishni iltimos qilishdi. Ma'lum bo'lishicha, Marina ismli qizning SMS'iga "Privet" deb javob yozgan migrantga politsiya bo'limidan qo'ng'iroq qilishdi. O'zini polkovnik Viktor Anatoliyevich deb tanishtirgan shaxs politsiyadan ekanini aytib, voyaga yetmagan Marina ismli qizga WhatsAppdan SMS yozgani uchun qizning ota-onasi uning ustidan shikoyat qilganini bildirdi. Suhbat vaqtida muhojirga balog'at yetmagan qiz bilan muloqot uchun jinoiy javobgarlikka tortilish bilan tahdid qiladi va ishni yopish uchun pul so'raydi. Viktor Anatoliyevich politsiya va boshqa davlat idoralari xodimi emas, balki haqiqiy firibgar edi. А скажите, пожалуйста, с какой целью вы пишете несовершеннолетнему ребенку? Что-что? Совершеннолетнему? С какой целью пишете несовершеннолетнему ребенку? Где я? Где я? Вы в WhatsApp писали девочке, Марина, правильно? А. Тебя же зовут Абдулмон, правильно? Кусим Джонович? Да, правильно, да. Кусим Джонович, правильно? Да, да. Так, я к тебе сейчас звоню, я не хочу твою жизнь ломать, устраивать тебе проблемы, понимаешь? Да, я понятно. По-нормальному позвонил. Так, ты писал девушке, эта девушка является несовершеннолетний ребенок, девочке 14 лет. Я познакомь. Не в этом я писал, я не в этом, я меня телефон и ребята брал. Я слушай, родной, так, слушай меня внимательно, пожалуйста, перебивать слушай. Меня не надо, хорошо? Эта девушка является несовершеннолетний ребенок, девочке 14 лет. По законам Российской Федерации, это статья 159, часть 2 УК РФ. Это 10 лет тюрьмы строгого режима, 5 лет депортации из России. Родители девушки были у меня в отделении полиции, на тебе составили два заявления, которые сейчас тебе грозит тюрьмой 10 лет и 5 лет депортации из России. Твое местоположение я уже определил. Сейчас оперативная группа у меня стоит на подготовке буквально 2 километра твоего местонахождения. Если я просто сейчас подпишу заявление, даю тебе слово начальника полиции, в течение 35 минут тебе доставят ко мне с пробитой башкой и с остальными коленями за домогательство маленького ребенка. Ты этого хочешь, не скажи? Нет, Михалыч, конечно. Я сейчас с тобой разговариваю, я не ругаюсь, не кричу. Я понимаю, что ты сделал ошибку сейчас. Ты написал маленькому ребенку, да, ты сделал ошибку. Но я тебя могу простить, но закон Российской Федерации простить не может. Правильно? Да, да, правильно. Так, слушай меня сейчас внимательно. У меня сейчас оперативная группа, как я сказал, на подготовке. Сейчас мы решать проблему с тобой как будем, по-хорошему либо по-плохому? Конечно, по-хорошему, но вопрос так, в этом. Всем подразделениям отбой, пока не трогайте, ждите моей команды. Хорошо, хорошо, ждите моей команды, там пока стойте. Так, ты меня слышишь внимательно? Да, да, слышу, да. Сейчас я передал по рации, чтобы тебя никто не трогал. У тебя сейчас есть ровно два варианта, эти варианты выбираешь ты лично сам. Либо прямо сейчас ты оплачиваешь административный штраф о правонарушении закона Российской Федерации. Я удаляю заявление, дело закрываю. Угу. Отправляешь карту, номер, твои деньги, делаю возврат, и больше закон ты не нарушаешь. Либо я сейчас просто выключаю телефон, начинаю работать с тобой. Доставят ко мне в отдел, тогда будем разбираться по какой строгости закона Российской Федерации. Угу. Я тебе сейчас звоню, я просто не хочу твою жизнь сломать, устраивать тебе проблемы. Я понимаю, ты ошибку сделал, но я просто не хочу с тобой сейчас заниматься,
работать с тобой. Либо сейчас мы решаем со штрафом проблему, либо сейчас через полчаса мои ребята доставят тебя ко мне. Я буду подписывать заявление. А, говорите, штраф хорошо, сколько? Штраф составляет сумма 22 тысячи рублей, штраф небольшой. Оплачиваешь, чек отправляешь. Удаляю заявление, твои деньги верну. Мне твои деньги нахрен не нужны. Я вас понял, как-то уменьшить можно как-то? Я нет, внимательно, слушай. Ребят, всем постам, подождите. Он пока вот разговариваю, веду диалог. Отбой пока. Дальше что? Все, я вас тоже принял. Так, ты слышишь меня? Да, да, слышу, да. Сейчас у тебя на карте сколько? У меня на карте нет, есть наличные. Так, ты можешь сейчас кредит оформить, чтобы тебе на карту было деньги? Кредит я не смогу, я так не кредит есть. Тогда смотри, слушай меня сейчас внимательно. Я тебе позвоню на WhatsApp и буду тебе реквизиты давать. Я тебе отправлю сейчас реквизиты, куда надо будет оплачивать, хорошо? Угу. Ну, реквизиты отправляйте, я буду платить. Ну, не дай бог, смотри, я тебе позвоню, ты трубку не возьмешь. Не дай бог, блядь, ты знаешь, что с тобой будет, правильно? Да. Давай. Фривгарлар шунчалар устамон ки, содда мигрантларни чу тушириш учун бор имкониятларни ишга солади. Ҳозиргина гуоҳи бўлганингиздек, аниқ исм-шариф, полиция манзили, унвон, ратсия ва актёрлик маҳорати. Бу унча-мунча одамни ҳам тузоққа туширмай қолмайди албатта. Бизга ушбу аудиони юборган мигрант эса унинг мақсадини ва пул таъма қилишидан фривгар эканини англаб қолган ва пул бермаган. Шериклардан бири фрибгарни фош қилишга ёрдам берган. Я тебе в WhatsApp звоню, ты почему трубку не берешь? Сигнал, что плохо, у меня тюрка, экран сломан. Алло, да, добрый вечер. Еще раз. Добрый вечер. Здравствуйте. Как зовут? Виктор Анатольевич. Какого отделения? Какой район? Хочешь приехать? Да, приехать. Вик, иди сейчас. Какой район? Блять, этого г***ного, блять, мигрант ебаный. Чего, блядь? Арманивай, блядь, ебать! Ебану рот? Я твой рот, я сейчас тебе через полчаса отправлю в тюрьму. Давай, давай. Почему ругаются люди? Почему? Интернет оркали бу танышуулар кемдан кем холларда яхшилик билан тугейди. Ko'ngilsiz voqealarga aralashib qolmaslik uchun eng muhim tavsiya bu Rossiyaga nima uchun kelganingizni yodda tutishdir. Xadar voqe. Rus qizlar internetda muhabbat izlaydi degan fikrni unuting. Rossiyada muhojirlar bilan tanishishni istaydigan qizlar soni juda-juda kam. Yana bir jihat. Politsiya yoki boshqa organ xodimlari messenjerlar orqali telefon qilmaydi. Kimdir messenjer orqali telefon qilib, qo'rqitishga urinayotgan bo'lsa, darhol uni bloklang. Qolaversa, onlayn muloqotda xavfsizlik qoidalari bor. Firibgarlar va radikallarga duch kelmaslik uchun bir nechta qoidalarga rioya qiling. Birinchi, shaxsiy ma'lumotlarga ehtiyot bo'ling. Dastlabki bosqichlarda hech qachon manzilingiz, telefon raqamingiz yoki moliyaviy ma'lumotlaringizni aslo aytmang. Adekvat odamlar sizning shaxsiy hayotingizga hurmat bilan qaraydi. Ikkinchi, shubhali profillardan uzoq bo'ling. Minimal ma'lumotli, fotosiz yoki juda ideal ko'rinadigan profillar soxta bo'lishi mumkin. Uchinchi, rasmlarni tekshiring. Internetdagi o'g'irlangan fotosuratlarga duch kelmaslik uchun teskari rasm qidiruv vositalaridan foydalaning. To'rtinchi, darhol shaxsiyga yozmang va yozishga birinchi bo'lib o'tmang. Chunki firibgarlar ko'pincha bloklanishdan qochish uchun boshqa platformaga o'tishni so'rashadi. Suhbatni iloji boricha bir joyda davom ettirishga harakat qiling. 5. Moliyaviy so'rovlardan ehtiyot bo'ling. Har qanday sabab bilan pul so'rayotgan bo'lsa, bu firibgarlikning ochiq belgisidir. 6. Shaxsiy uchrashuvlarga shoshilmang. Firibgarlar uzoq suhbatdan qochish uchun tezda uchrashishni talab qilishi mumkin. 7. Agar nimadir noqulaylik yoki shubha uyg'otsa, suhbatni to'xtatishdan qo'rqmang. 8. Suhbatdoshingizning profilini o'rganing. Shaxs nima yozayotganini va qanday muloqot qilayotganini diqqat bilan o'qing. Keskin siyosiy yoki mafkuraviy bayonotlar radikal qarashlarga ishora qilishi mumkin. Agar shunday ishora bo'lsa, darhol suhbatni to'xtating. Ushbu qoidalar sizning onlayn muloqotingizni xavfsizroq qiladi. Lekin eng yaxshisi tanishuvlardan uzoqroq turish ekanini aslo unutmang.
Do'stim, har holda siz Rossiyaga muhabbat izlashga kelmagan bo'lsangiz kerak. Shunday emasmi?